Более сотни ездовых собак северных пород открыли зимний сезон в Хабаровске. Это хаски, маламуты, самоеды под руководством 21 наездника. Соревнования совпали с первым за зиму большим снегом, поэтому покататься и поболеть за участников на одной из лыжных баз собралось немалое количество зрителей. Смотрите далее. Четвероногие друзья вместе со своими хозяевами приняли участие в четырех дисциплинах. Спринт – класс 4 собаки, класс 6 собак, класс 2 собаки и скиджоринг. Это когда к поясу лыжника пристегнута бегущая впереди собака. Всего на старт вышли около сотни собак. Участникам предлагалось преодолеть две дистанции – 6 и 9 километров. Как оказалось, в городском турнире участие принимали как опытные спортсмены, так и новички, для которых эта площадка стала стартовой. Мы участвуем первый раз, потому что мы жили в другом городе. Вообще он у нас московский. Вот, в Хабаровске первый раз. Самое страшное, что не было снега долго. Вот. А сейчас уже все хорошо. Ему нравится, он прям тратит энергию, нравится все это. Общение. Хоть и присутствуют на соревнованиях экзотические для этого вида спорта породы, такие как стаффордширский терьер, но основная масса участников, конечно, северные ездовые породы, у которых в крови заложено бежать в упряжи. Долгожданно выпавший снег оказал медвежью услугу участникам, ведь готовились они совсем в других условиях. Собаки представлены в основном у нас ездовыми северными. Это маламут аляскинский, сибирский хаски и ездовые метисы есть. Средняя скорость порядка 20 километров, но в данные погодные условия снега много, трасса хоть и укатана, мы старались ее укатать для лыжников и для каюров, но собакам бежать тяжело, поэтому я думаю, средняя скорость составит порядка 15 километров. В итоге исход соревнований оказался непредсказуем. Наряду с уже именитыми спортсменами в некоторых дисциплинах оказались и новички. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.